BMW X5 2007 год, 3-литровый дизель на автомате, на полном приводе. Один владелец в Беларуси, 14 лет в одних руках. В 2009 году автомобиль пригонялся из Франции. Отличное состояние у автомобиля, абсолютно без проблем. Сиденья кожаные с подогревом, с электрорегулировкой. Имеется раздельный климат-контроль, кондиционер холодит отлично. На руле управление мультимедией и есть круиз-контроль.